нет. Большой вопрос спасения. Но если в нас плод Духа проявляется, мы можем иметь уверенность в том, что мы спасены. Я слушал проповедь, есть такой знаменитый проповедник Тим Келлер. Проповедник, учитель. Давайте не будем переживать, братья и сестры. Давайте помолимся, друзья. Давайте встанем. А? Давайте я успокоимся, я помолюсь, хорошо? Давайте я помолюсь, братья и сестры, успокоимся, давайте тишину. Господь и Бог, Отец Небесный, я молюсь, чтобы Ты успокоил наши сердца, дал мир нашим сердцам.